Всем добрый вечер. Звука нет, потому что я еще его не включала. Всем привет, кто к нам присоединяется. Рада вас сегодня всех видеть. Хорошо ли меня слышно? Напишите мне, пожалуйста, в чате по 10-бальной шкале, чтобы я могла продолжать. Окей. Супер, спасибо, я поняла. Меня слышно и меня видно. Это замечательно. Друзья, всем добрый вечер, кто к нам присоединяется. Мы всем рады, потому что у нас сегодня особая встреча, особый вебинар. У нас первая премьера новинок каталога номер 33 нашего нового модного глянца осени, осень-зима. Вы наверняка уже видели видеоролик, видели первую часть премьеры, еще не все новинки презентованы. Мы тоже с вами будем поэтапно это делать, презентовать новинки, чтобы вы могли максимально насладиться каждой новинкой, чтобы вы могли их, скажем так, отработать, тоже презентовать в свою очередь для своих структур. Если это ароматы, чтобы вы могли ими насладиться, если это суперфуды, чтобы вы могли их попробовать, если это бытовая химия, чтобы вы могли ее протестировать. Поэтому все мы будем с вами делать поэтапно. По поводу нового каталога. Новый каталог, он, как всегда, просто невероятно красив, насыщен модными образами. Это действительно дорогой, красивый, классный глянец. Это эмоции, эмоции роскоши, стиля, эмоции нашего бренда Федерико Макора. Это все самое яркое, красивое, которое есть в нем, действительно передается даже через экран. Касательно экрана, этот каталог, он отличается от всех других. Мы поменяли формат, это теперь у нас электронный презентер, и это достаточно удобно, потому как вы можете в любое время, в любой точке планеты сидеть за своим компьютером, либо со смартфона, показывать, листать этот каталог, презентовать какие-то продукты вашим бизнес-партнерам. Любой бизнес-партнер может это делать самостоятельно. Важный момент еще в том, что мы не печатаем 300 страниц, да, хоть как нам бы этого не хотелось, мы бережем природу. Это и экономия бумаги, и чернил, и процесс сам достаточно энергоемкий, и, скажем так, загрязняющий среду, поэтому мы, конечно же, заботимся и о природе в том числе. Что у нас в этом новом каталоге появилось, обновилось? Это 70 новинок, 70 новых продуктов. Это вау, просто шикарнейшие продукты, которые вы наверняка уже успели пролистать в нашем презентере и так сложить некое впечатление о них. Нутрикод, новинки в нутрикодах появились новинки специально для Fit 6 программы, это наши суперфуды, о которых мы уже поговорим в ближайшее время. Серия Ютик имеет также пополнение, это новый аромат, это для нас пока секрет, для вас пока секрет. Но вы уже догадываетесь, что это будет шикарный аромат. Это три новых мыла с новыми ароматами. Серия Фонтанави у нас приятно удивила, и это еще только начало, да, чем она нас будет удивлять. Федерико Махора Бьюти, то есть сегмент для ухода за кожей, тоже существенно пополнился. Это новые ароматы парфюмированных продуктов, новые косметики парфюмированные. Это ожидается пополнение в серии Gold Regenesis, но это пока все в ближайшем будущем. И много-много других новинок, о которых сейчас говорить не буду. Серия Ауриль нас порадовала новыми вкусностями. Это шоколад, это миндаль. И причем шоколад для участников программы Fit 6 даже, да, то есть продукты на основе стевии, шоколадки на основе стевии, которые теперь могут позволить себе съесть не только те, кто заботится о фигуре, но и кто, в принципе, старается не есть сахара по разным причинам. Очень приятно нас удивила серия Smart and Clean. Теперь у нас есть полноправная серия эко-товаров для дома, эко-френдли серия, пробиотик серия называется, мы о них тоже обязательно поговорим.
И, конечно же, парфумы, наши новые ароматы Федерико Махора. Вот сегодня мы с них с вами и начнем. Поэтому я вас приглашаю в такое невероятно красочное, эмоциональное, ароматное путешествие в мир наших духов, наших новых ароматов, серии Pure Royale, серии Pure, Феромоны, Intense. Вот о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вы наверняка заметили, приятно удивились, у нас появляется в серии Pure Royale вообще отдельная линейка, которая называется Pure Royale Golden Edition, то есть такая золотая серия в цельном формате дизайна, как и Pure Royale, Pure Royale Unisex, но при этом это нечто другое, нечто особенное. Сейчас у нас есть аромат Pure Royale Golden Edition 500, очень богатый, очень красивый, очень насыщенный аромат. Смотрите, у нас сегодня речь идет об ароматах. Конечно, я вам перечислять все нотки не буду, потому как у вас есть презентер, вы это можете все там просмотреть. То, что я вам хочу донести, это, в принципе, эмоции от каждого аромата, какие-то особенности каждого аромата. Вот как мы сегодня с вами построим наше путешествие. Итак, 500-й аромат. Что это за аромат? Когда вы его открываете, первое, что вы ощущаете, некий такой взрыв зелено-цветочно-цитрусовых аккордов. Ангелика, шафран, лайм, цедра лайма, мандарин, гальбанум. Это все создает такую волну сразу позитива, причем цитруса роскошного. Зелени, потом переходит все более в цветочный аккорд, добавленный, причем морковь, ирис и мира добавляет такой некой сладости и оригинальности данному аромату и заканчивается просто роскошно, дорогим шлейфом, сладким, моховым, кожаным, мускусным шлейфом. Достаточно многогранный аромат. В этом аромате есть особая нотка, она называется ангелика. Вот такие нотки, которые у нас раньше не встречались в духах, я вам буду как коктейль такой подавать, да, с слоями. Вот сейчас мы говорим с вами об особой нотке ангелика, ангельская трава, как она называется. Это особая селективная нотка. Она имеет очень приятный бархатистый запах, напоминающий одновременно чувственный мускус и звонкую сочность травы. Она прекрасно вписывается в любую парфюмерную пирамиду. Причем самое красивое звучание ангелика дает в ориентальных композициях в сочетании со специями, либо в теплых древесных аккордах. Вот эта интересная селективная нотка у нас есть в нашем особом золотом аромате Pure Royale Golden Edition 500. 500 – это древесный аромат с цитрусовыми нотками, как вы уже поняли, изысканный, очень классический, теплый, непредсказуемый и, самое главное, дорогой аромат. Это вы почувствуете, когда будете ощущать вот этот шлейф, богатый, классический, непредсказуемо многогранный. Также у нас есть пополнение новых ароматов в линейке Pure Royale Unisex, и даже есть один мужской аромат Pure Royale For Him. Вот давайте мы о них и поговорим. Это 20 унисексов и один мужской аромат. Среди ароматов унисекс Pure Royale есть 7 ориентальных ароматов, 2 цитрусовых, 5 цветочных, 1 шипровый, 2 пужерных и 3 древесных. Ну а мужской аромат цитрусовый. Начнем мы знакомство с вами из ориентальных ароматов, их целых 7, поэтому кто любит ориентальные ароматы, берем ручку и записываем, что мы сейчас же будем заказывать в нашем интернет-магазине. Pure Royale Unisex, 913 аромат, очень красивый аромат, который начинается неким цитрусово-приперченным аккордом, причем это единственный аромат, в котором есть нотки фисташки, именно с этого и начинает свое звучание 913 аромат. Потом сразу неожиданно, совершенно неожиданно и очень вкусно врывается кокос,
жасмин, тубероза, иланг-иланг. И есть здесь одна особенная нотка, которая прекрасно дополняет всю эту композицию в шлейфе, это бензоиновая смола. Сейчас я вам о ней расскажу. Также ваниль, амбра и бобы тонко. Что такое бензоиновая смола, которая остается в шлейфе 913 аромата? Бензоин – это натуральное вещество, это смола, которая получает из рода семейства деревьев, семейства стираксовые, очень похожие на компонент стиракс, который часто встречается в наших ароматах. Вы наверняка уже знаете, что и как звучит эта нотка. Бензоин, он сладкий, бальзамический, приятный, с таким тоном ванилина, поэтому шлейф будет однозначно очень искусительным и вкусным. Придает духам бензоин такое густое, теплое, смолянистое звучание и делает букет более объемным, наполняет его, добавляет чувственности. Поэтому считается даже в ароматерапии, что бензоин бензоиновая смола – это средство от одиночества и грусти. Вот кому сейчас одиноко и грустно, берем ручку, записываем 913 аромат. Этот роскошный ориентальный аромат с цветочными нотами, очень стильный, теплый, милый, манящий. Если рассказать об эмоциях, на которые он навеивает, это мысли в отдыхе, где-то в цветущем саду, в восточном саду, либо восточная теплая ночь. Он звучит изысканно, он звучит вкусно. Он прекрасно дополнит образ любой, либо мужской, либо женский, роскошный образ. И самое главное, что этот аромат прекрасно впишется в ваш аромагардероб именно в зимние дни, прохладные дни, потому что от него веет теплом и вкусняшками. И не только этим, но он очень красиво наполняет вообще ауру солнцем. Поэтому если вы хотите тепла, солнца, вкусняшек и при этом таких роскошных ноток, это 913 аромат. Следующий аромат, 920 аромат, тоже достаточно интересен. Несмотря на его такой лаконичный набор в нотках, ладан, роза, перец, переходящие в, опять же, в кожу, фруктовые аккорды, все заканчивается персиком и удом. Это ориентальный аромат, но уже с цветочными нотками. Необузданный, удивительный, благородный, изысканный аромат 920. Действительно, аромат изысканности и роскоши, потому как он тоже согревает нас в холодные дни и начинает крушить голову уже с первых ноток. Вот как только вы его услышали, он сразу себя влюбляет, он зачаровывает, он звучит и вроде бы пропадает, потом обратно возвращается еще с большей силой. Ты постоянно хочешь его ощущать по-новому, и он пьянит, соблазняет, но делает это с особым шармом. Такой достаточно шармовый, красивый, ориентальный аромат, 920. Следующий аромат, 923, для тех, кто любит такой коктейль с пудровыми аккордами, цитруса, древесина, корица, вот то, что есть в этом аромате. Заканчивается звучать этот аромат пудровыми, амбровыми, мускусными нотками, то есть то, что в шлейфе остается. Начинает он тоже достаточно интересно, здесь есть особая нотка диантус, я о ней вам попозже расскажу. 923 аромат ориентальный с особыми сладкими гурманными нотами, очаровательный, манящий, обезоруживающий, экстравагантный аромат, аромат интригант, аромат загадка. Можно сказать, что он звучит несколько по-женски, чем по-мужски, хотя это унисекс, но при этом он очень красиво открывается и на мужчине, и на женщине, но по-своему. В нем есть и страсть, и робость, и сила, и слабость, и нежность, и смелость. Вот то, что есть такая загадочность, которую хочется постоянно раскрывать. Следующий аромат 930. Очень интересный аромат, потому что в нем нет классических уже мускусных аккордов, но при этом сладость, от него веет вкусность и сладость. Как начинает он свое звучание со сладких медовых нот, переходящих в красивые такие воздушно-розовые аккорды, так и заканчивает сладким, сладкой амброй, пачулей, мхом. То есть такое путешествие в мир ориентальных ароматов, аппетитный мир, сладкий, пикантный, аристократический аромат, его можно так назвать. Если вам хочется всегда иметь отличное настроение, это как раз тот случай –
930 аромат. Аромат для чудесного настроения, для обоих, для нее и для него. Аромат прекрасно раскрывается как на роковой женщине соблазнительнице, так и на страстном мачо. Для всех, кто хочет выделиться из толпы и стать особенным. Его можно носить и днем, и вечером, и как бизнес-вариант на деловые встречи, и на светские вечеринки, и на романтические свидания. В любом случае настроение отличное вам обеспечено. 925 аромат унисекс. Интересный аромат тем, что начинается вроде известными аккордами нероли, шалфей, грейпфрут, потом переходит в более пряные нотки, появляется и заканчивает такое благородное звучание мускуса, белого амбры и древесины с пхом. Это такой уже ориентальный аромат с выраженными шифровыми аккордами. Бизнес-стиль, современный, изысканный, землянистый аромат. Преобладают, я бы сказала, больше мужские ноты, но тем не менее стильность отображается и на женской коже. Если мы его наносим, придает такой особой пикантности и стиля женскому образу. Станет прекрасным ароматным штрихом к образу успешного делового человека, будь то мужчина, будь то женщина, с достойными, благородными, аристократическими манерами. Поэтому достаточно такой интересный аромат. 926 аромат, аромат тоже из ориентального семейства. Начинается вкусным звучанием малины, приправленной специями, переходит в сладкие нотки жасмина, ванили с древесными аккордами и заканчивает точно так же древесными нотками амбра, кожа, мох. Аромат интересный тем, что у него тоже есть выраженные шипровые нотки, такой более спелый, определенный и кожаный аромат. Очень чувственный аромат. Уникальный парфюм, потому как дополняет образ и мужчины, и женщины, придает уверенности в себе, пробуждает страсть. И, что самое главное, ложится на кожу такой вуалью, дымчато-кожными нотками. То есть ты понимаешь, что ты одет в аромат, но при этом такой соблазняющий, уловимый аккорд в нем очень четко прослеживается. 927 аромат Пур-Рояль унисекс, еще один унисекс из ориентального семейства, который звучит красиво, начинается с понятного звучания бергамота, вербены, тмина, потом начинает переплетаться у нас здесь специи, ирис, роза, некие более мужские нотки пошли с женскими в сплетении, и заканчивается все шлейфом, в котором есть и ваниль, и амбра, и что самое интересное, анималистичные ноты, которые придают ему особой пикантности. Что такое нота анималиста? Его еще перевести с английского animal, животное, животная нота. Это такой абстрактный, либо собирательный аккорд с выраженным запахом органики. Здесь могут входить различные совершенно компоненты, от мускуса и до других синтетических соединений, но самое главное, что вот эта анималиста придает духам особую глубину, тепло, сексуальность и чувственность, вот эти оттенки такой первобытности, что ли, здесь четко прослеживается, и 927 аромат, он является действительно анималистичным, ориентальным, фужерным, с легким фужерным оттенком, ароматом, зрелый, бескомпромиссный аромат, который и сочетает в себе и аристократичность, с одной стороны, с другой стороны, особую чувственность. Аромат о силе характера и в то же время о романтичности души. Если говорить, кому он подойдет, я бы сказала, он больше мужской, чем женский, но тем не менее, если женщина имеет мужской стальной характер, это точно ее аромат. Поэтому пробуйте, тестируйте и примеряйте этот образ на себя. Ну а дальше мы двигаемся в следующее семейство ароматов, цитрусовые ароматы. И здесь у нас две новинки. Первая новинка Пур-Рояль Унисекс 914. Классическое звучание бергамота, зелени, соленых аккордов, фруктовые цветочные ноты, древесина. Очень красивый цитрусовый заводной аромат с цветочными нотами. Освежающий, игристый, сладкий, который дарит свободу. Если провести аналогию, этот аромат говорит о том, как вы сидите со своим любимым
на берегу моря, как волны ласкают вам кожу, и вы понимаете, что все проблемы где-то далеко, там за горизонтом. Я бы сказала, что этот аромат антидепрессант, 100% антидепрессант и для мужчин, и для женщин. Поэтому, если вам грустно, 914 аромат однозначно вам поднимет настроение, и всякие депрессии уйдут. 917 аромат, очень вкусный аромат, очень сладкий аромат, его сразу хочется не просто вдыхать и наслаждаться, хочется скушать, потому что звучание апельсина с мандарином и шалфеем, переходящие в цветочные ноты, заканчивается очень красивыми медово-солнечными нотами. По поводу солнечных нот, запах солнца – это скорее такая ольфакторная ассоциация. Жарким летом, с отдыхом на экзотическом побережье, с раскаленным песком, с разогретыми под солнцем кожей. Впервые термин «солнечные ноты» был использован в 2000-х годах. Пытались передать некий такой собирательный образ солнца, красоту его, ослепительность. Это и цветочные аккорды, и эфирные масла, и какие-то, например, тиаре, франжипани, ланг-иланг, это то, что дарит теплоту солнца, передает. В молекулах этих цветов содержится очень много салицилата. Именно эти салицилаты дают такую теплоту, когда ложатся на кожу. И солнечные ноты, вот такие аккорды, добавляются даже в крема для загара, от загара, во время загара. То есть однозначно это аромат лета, отдыха на песочке возле моря и аромат крема, вот этого крема, аромат разогретой кожи. Поэтому 917 аромат – это цитрусовый, апельсиновый, я бы сказала, аромат солнечный, сочный, сияющий аромат. Когда вы выходите на улицу, ярко светит солнце, вы где-то гуляете на Средиземноморском побережье, в солнцезащитных очках, минимум одежды, либо вы в светлой одежде, и просто наслаждаетесь. Наслаждаетесь жизнью, ощущаете апельсиновые, цитрусовые, медовые, жасминовые ноты и безграничное чувство радости. Вот это аромат свежести, свободы и солнца, это 917 аромат. И следующее семейство, куда я вас приглашаю, это цветочные ароматы. У нас их аж 5 новых ароматов унисекс. 915 аромат. Очень красивый аромат. Аромат цветов диантуса, розы, ландыша в шлейфе классика, амбра и мускус. Это цветочно-ориентальный аромат, так бы его назвала, сочный, сладкий, воздушный и сказочный. Помните сказку «Алиса в стране чудес»? Вот этот аромат, если вы хотите ощутиться в сказке, именно в этой сказке, когда где-то настоящие приключения, когда вы идете по волшебному лесу, рядом кролик-волшебник, летний ветерок сдувает волшебную пыльцу с деревьев, аромат просто обалденный, вокруг звучит цветов волшебных, порхают бабочки, и вы понимаете, что это просто действительно сказка. Вот какие ощущения дарит 915 аромат. 922 аромат, еще один цветочный аромат, я бы сказала, красивый аромат, роскошный аромат. Опять же, диантус, цветки апельсина, листья, роза, жасмин, амбра-мускус, здесь уже разбавлены более теплыми аккордами древесины. Тоже цветочно-ориентальный аромат, но более глубокий аромат, можно сказать, непослушный аромат. Вот, вы знаете, я пыталась передать его эмоцию, и то, что хочется мне сказать об этом аромате, выглядит приблизительно так. Очень соблазнительный аромат для роковых женщин и мужчин. Здесь больше женских нот за счет цветов, но для мужчин это нечто невероятное, когда ложится на кожу, ты понимаешь, что предела соблазну нет. Пьянящий коктейль восточных пряностей и ароматных цветов. Или же коротко фраза об этом аромате 922, 50 оттенков соблазна. Пробуем, покупаем себе, партнерам и пробуем все оттенки соблазна в 922 аромате. 918 аромат, достаточно лаконичный набор компонентов, ревень, листья персика, фиалка, роза, древесина и мускус. Цветочный древесный аромат, но очень мерцающий, очень свежий аромат, несмотря на то, что есть и цветы, и древесина такие с подсластенными аккордами.
Если передать эмоцию 918 аромата, звучит приблизительно как путешествие по цветочной поляне, по цветочному саду, цветущему саду. Очень нежная вуаль, которая ложится на кожу в формате цветочных аккордов. Не то лето, не то начало осени, не то благоухающая весна, пенящая фиалками. Но не есть все в этом аромате. И воздушность, и свежесть, и тепло. Если представить, что офисный работник каждый день ходит на работу, ему нужно носить белую рубашку, каждый раз нужно выглядеть модно, стильно, дорого, то вот этот аромат как раз тот случай, когда вы каждый день можете его носить как один аромат, но при этом выглядит каждый раз по-разному, стильно, дорого, и офисный бизнес-вариант тоже подходит, и для романтических свиданий тоже подходит, то есть аромат настроения. 921 аромат, следующий цветочный аромат, аромат, который завораживает мандариново-апельсиновыми каламандиновыми нотами. Такого слова вы еще не знаете. Сейчас расскажу вам, что это за нотка. Дальше цветов, много цветов. И гибискусы, лотосы, цветки апельсина, и жасмин. И заканчивает все это вкусное, сладкое, медово-кедрово-ванильное звучание, которое остается в шлейфе. Каламандин, с которого начинает звучать 921 аромат, это очень интересный формат, гибрид, результат скрещивания мандарина и кумквата, такие маленькие-маленькие мандаринки, при этом они придают аромату тропический микс, такой звучание тропического микса с экзотическими фруктами и цветами, то есть сложно понять, это цитрус, либо это какие-то цветущие мандариновые тропики, но очень красивая нота. Благодаря это и другим ноткам этот цветочный аромат превращается в аккорды цитрусовых, ослепительных, бодрящих, радужных цитрусовых. Если передать эмоцию 921, это как прогулка цветущим апельсиновым садом, энергичный очень аромат и для мужчин, и для женщин. Когда ты идешь, наслаждаешься вот этим ароматом цитрусовых, ароматов цветов бодрящих, красивое очень звучание лета, блики солнца и просто отличное настроение, 921 аромат. Если вы любите более сложное звучание цветочных нот, 929 аромат. Пион, яблоко, фрукты, цитрусы, диантус, мускус, амбра, кожа. Это очень такой многогранный аромат, теплый, радостный, соблазнительный аромат с фруктовыми нотами, цветочное семейство ароматов. Это как поцелуй весны, это как романтическое свидание, раскрывает романтичность, утонченность натуры, дарит романтичное настроение, окутывает настоящей весной. Вот как звучит этот аромат. Очень вкусно, красиво, игристо, кокетливо, который подчеркивает звучание своих собственных феромонов и просто завораживает, как настоящая весна. Особая нотка, которую я многократно сегодня повторяла, нотка диантуса, есть эта нотка в 923, 30, 915, 922, 929 аромате. В презентере электронном эта нотка написана как гвоздика, либо цветок гвоздики. Это очень существенно. Я рекомендую вам называть нотку все-таки диантусом. Почему? Потому как гвоздика – это специи, это одно звучание. А диантус, цветок гвоздики, имеет очень приятное цветочное звучание. Аромат живых цветов гвоздики придает некую воздушность, изысканность и нежность любой композиции. Если мы зимой одеваем такой аромат с диантусом, он звучит нежно и звонко, а летом просто как глоток свежести, когда все тяжелые шлейфовые ароматы хочется отложить на потом. Эта нотка прекрасно дополняет как цветочно-акватические композиции, так и ванильно-ориентальные. Можно смело сказать, что нотка диантуса – это изюминка интеллектуальных духов. Помните вебинар о трендах сезона осень-зима 2021, когда я говорила, что пиком моды в этом сезоне будут интеллектуальные духи. Вот как минимум 5 ароматов с нотками диантуса являются интеллектуальными духами своего рода, поэтому они точно будут в пике продаж, сразу закупаем и предлагаем, и промотируем, чтобы ваши духи, ваши продажи были не только ароматными, красивыми, но еще и модными.
И следующее семейство ароматов Pure Royale – это шипровые ароматы. Здесь у нас пополнение одним ароматом, 916-м, очень красивым ароматом. Базилик, бергамот, мята, цветы фрезии, роза, сандал, пачуля, мускус. Действительно красивый шипровый аромат с фруктовыми аккордами. При этом он загадочный, интригующий аромат и очень красивый аромат. Сейчас этот аромат, наверное, будет самым-самым актуальным. Почему? Потому что это аромат осени. Когда ты слышишь запах спелой груши, цветы фрезии, окутанные теплой древесиной, то есть золотистые пейзажи видишь вокруг себя, вся красота, изысканность, роскошь и аристократичность осени в этом в золотом звучании аромата Pure Royale 916. Попробуйте и наслаждайтесь, чтобы ваша осень была еще более красивой. В следующем семействе фужерные ароматы у нас два новых аромата. Такой заводной звенящий аромат 919, который имеет лавандовые нотки, очень достойный, выразительный, яркий аромат. Когда и мужчина, и женщина, представьте, что вы гуляете по полю, где-то возле леса, после дождя просыпается природа, она словно оживает и благоухает, а если это лавандовое поле, то невероятной красоты ароматы стоят вокруг, терпкие ноты, которые перетекают в лавандовые, древесные аккорды, напоминают нам о теплой весне. Аромат, с которым хочется, ты словно ожидаешь первых теплых летних дней. И вот какая-то еще чуть-чуть, и сейчас наступит лето. Вот как звучит 919 аромат. Кстати говоря о лете, 928 аромат. Вкусная ежевика, смородина, персик, зелень, цикламен, сладкость, цветы, сандал, амбра, мох. Это то, что просто ты попадаешь словно какой-то в вкусный ароматный летний лес, фужерный аромат с зелеными нотами, который поражает нас своим вкусом ежевики, очень яркий, очень сочный, очень вибрирующий аромат. Это аромат действительно о лете, когда сочная, беззаботная, наполненная различными вкусностями, зеленью и маленькими детскими шалостями, возвращает нас в лето, когда у нас была искренняя дружба, когда у нас были веселые выходные, летние каникулы, полные приключений, когда у нас окрашенный был рот смородиной, ежевикой, липкие руки от ягод, вот это все, что передает данный аромат. Хочется забыть, что ты взрослый, и махнуть в это детство, в это летние дни, красивые дни. Вот именно так должно выглядеть настоящее лето. 928 Pure Royale, если не хотите отпускать лето, тогда это ваш вариант. И следующее семейство, которое пополнилось тремя новыми ароматами, древесные ароматы Pure Royale, 924 аромат. Кроме древесных аккордов, здесь очень многогранное звучание аромата. Как начинает он звучать, интересно, так и продолжает и заканчивает шлейфом. Причем, вернусь к шлейфу, здесь кроме древесины, сандала, ванили, янтаря, вот этих сладких полутеплых аккордов, есть еще ноты молочные, поэтому очень вкусно звучит древесный аромат с цветочными нотами. Он повседневный, открытый, дружелюбный аромат, но при этом это аромат, образ успеха, вот успешного человека, мужчины или женщины, неважно, потому что он с первых нот позволяет произвести хорошее впечатление, расположить себе уверенность, нотки соблазна, сила харизма, перед которыми просто устоять невозможно, который подчиняет и заставляет себе подчиняться, это аромат 924. Его роскошный шлейф надолго остается в памяти, и ты понимаешь, что ты хочешь пахнуть именно так, аромат успеха, 924 аромат. 931 аромат, очень интересный аромат, здесь есть особые нотки, которые придают ему особого шарма. Начинает он звучание, среди прочего, нотки белого леса, очень интересно звучит, потом перетекает кожа, янтарное дерево, рис, шафран, и заканчивает шлейфом из ванили, белого моха, сухой древесины и мускуса. Благодаря таким особым ноткам, например, как белый лес, белый мох, эти нотки используются очень редко, ввиду их необычного запаха.
Они придают духам землянистый аромат, выраженный землянистый аромат с хвойным оттенком. Но при этом делают его очень шикарным ароматом. Это древесный аромат с фужерными нотками, первобытный, необузданный, если так дословно. То есть сильный аромат, при котором ты ощущаешь себя действительно в лесу. В нем есть и теплота древесины, и землянистость пха, и некая изысканность пряностей. Немножко дерзкий аромат, если так сказать. Ну, провести аналогию, это такой нас с вами, да, амазонки, где-то роскошная амазонка в красивом лесу, либо ну, такой роскошный стильный тарзан. 932-й аромат, еще один аромат из этого семейства, красиво звучит, потому что начинает такими сладости амброво-древесно-мускусными нотками, полынь, мята, древесина, и опять же заканчивает неожиданно свежими цветами лаванда и кардамоном. Это уже древесный аромат с ориентальными аккордами. Расслабляющий, очаровательный аромат, очень неоднозначный аромат, который затрагивает даже самые глубокие душевные струны. Аура благородства, смелости, счастья, аромат для того, чтобы всегда, вам всегда делали комплименты. Вот такой роскошный и в то же время интересный аромат, 932-й. Унисекс, мы с вами познакомились. Наверняка вы себе заприметили парочку интересных ароматов для себя или своего партнера. Ну, есть в этом семействе Пур-Рояль еще и один новый мужской аромат. Очень-очень такой многогранный аромат. Начинает свое звучание имбирь, мандарин, лимон, базилик, фиалка, бергамот. То есть такой смесь, интереснейшая смесь. Потом начинает у нас табачные нотки проскакивают с апельсинами, со специями, и заканчивают это кожано-древесными амбровыми аккордами. Цитрусовый аромат, но с ориентальными нотками, очень привлекательный, многогранный и яркий аромат. Мужественный и элегантный парфюм с выраженным амбровым звучанием. Очень многогранный, в нем есть и радость цитрусовость, и терпкость имбиря, и тепло амбры, то есть для таких вот стильных мужчин, которые хотят, чтобы всегда на них обращали внимание. Следующая группа ароматов, или семейство, или серия наших ароматов, это я приглашаю вас в другую линейку, линейку Pur. У нас здесь пополнение 6 новыми духами, 2 женскими и 4 мужскими духами. Пур для нее один цветочный, один ориентальный аромат, и пур для него 2 цитрусовых, один ориентальный и один древесный. Давайте познакомимся с ними поближе. Итак, 716-й женский аромат, цветочный аромат с фруктовыми нотами, очень красиво звучит. Начинается также вкусно с мандарина, лимона, ежевики, черной смородины, потом идут водно-цветочные аккорды и теплые мускусно-древесные аккорды. Этот аромат очень милый, очаровательный и беззаботный. Такой фруктовый коктейль, очень вкусный аромат, который переносит нас на поляну возле леса, на пикник, где беззаботность, легкость, радость. И придает этот аромат 716-й образу мягкости, в то же время решительности и страсти. То есть такой соблазнитель своего рода. 717-й женский аромат, ориентальный аромат с цветочными нотами, звучит интересно тем, что постоянно повторяются мускусные аккорды. Только мускус здесь каждый раз иной. Начинается с водного мускуса с перцем и свежими цветами. В сердце у нас белый мускус с жасмином. И на завершение сандал, кашемир и замороженный мускус. Это аромат благодаря мускусным ноткам, при такой соблазнительный мятежный аромат, когда хочется его постоянно раскрывать по-новому. Он как черно-белая фотография. Когда ты видишь черно-белое фото, тебе хочется добавить туда постоянно красок. И эти краски появляются, как только мы вдыхаем каждую новую нотку. Очень потрясающая композиция, которая обладает спокойным и одновременно темпераментным характером, который одеть под силу совершенно не каждому, я вам хочу сказать. Мужские ароматы. Pur 718. Цитрусовый аромат с древесными нотками.
Альдегид, апельсин, лимон, яблоко, жасмин, ветивер, мускус. Это аромат динамичный, харизматичный, подчеркивает врожденный вкус, подчеркивает харизму мужчины. Мужчина этого аромата уже умеет наслаждаться жизнью, знает, чего он хочет от жизни и достигает поставленных целей. Для истинных, уверенных в себе мужчин. 718-й пур. Пур 721, цитрусовый с ориентальными нотками, очень вкусный и просто потрясающий аромат, и мандарин, и дыня, и шалфей, и яблоко, и лаванда, и букет цветов, специй, в общем, все, что можно вкусного здесь, оно здесь есть, 721 аромат. Тогда я пыталась передать того мужчину, который я вижу, кушая этот аромат, а я видела одного только актера. Именно вот этого, я думаю, многие из вас его знают. Очень открытый, позитивный, дерзкий аромат 721. Это просто аромат бомба со специй фруктовых цветов. Очень дерзкий и одновременно позитивный. Мужчина данного аромата, он слегка брутальный, при этом силой смелый хищник, который выходит на охоту ночью. Если так провести аналогию, это суперагент на задании, который маскируется под... чтобы его не распознали, не рассекретили. Но очень стильный мужчина, знаете, мужчина из мужчин. Сильный, смелый, харизматичный, слегка брутальный. Вот это 721 аромат. 719 аромат. Ориентальный аромат с нотами специй. Несмотря на его такую достаточную лаконичность в наборе нот, аромат интересен тем, что он звучит чисто и удивительно. Предельно мужской аромат, который разжигает страсть, влюбляет себя. Аромат сразу намекает нам на дорогую классику. То есть, если вы хотите дорого и классика, это 719 аромат. С первых нот хочется узнать этого мужчину ближе. Аромат для мужчин, которые любят быть в центре внимания. Причем такие аристократы, классики и дорого. 720 аромат, древесный аромат с нотами для гурманов, такими... сладостными аккордами, тоже звучит интересно, как начинает свое звучание с ананаса, полыни, лаванды, так и заканчивает, особенно в шлейфе, это просто потрясающий шлейф, мох, древесина, сладость, ваниль, и вот хочется сказать, что это мужчина восточной внешности, мужчина, который знает себе цену, умеет одеваться, у него есть вкус, исключительный, аппетитный, кокетливый, то есть ты видишь его, сразу влюбляешься. В нем есть особый шарм, интересный, соблазнительный шлейф остается, который невозможно забыть. Все, что можно соблазнительного и такого шарма мужского, есть в 720-м аромате. Итак, 27 новых модных интересных ароматов. Pour Royale, Golden Edition, один аромат, с ним обязательно познакомьтесь. Pour Royale Unisex, 20 ароматов, Pour Him 1 аромат, и для нее, для него Pour 2 и 4 аромата соответственно. Также у нас есть приятная новость в семействе феромонов, 489 феромон теперь доступен в продаже, и точно такой же аромат 489 в семействе Intense. Вот такое путешествие по миру ароматов, дорогие друзья, у нас сегодня получилось, продолжение следует. Эта презентация, вы сможете ее найти в путеводителе по продукции FM в телеграм-канале, сейчас я ее туда сброшу вместе с видео сегодняшнего вебинара, пользуйтесь, и слайдами пользуйтесь, и тем, что услышали, пользуйтесь, обязательно заказывайте те ароматы, которых вы услышали и вам понравился рассказ, наслаждайтесь, дарите своим знакомым, любимым на праздник, который у нас впереди. Ну, а на следующей неделе мы с вами познакомимся с другими новинками каталога номер 33. И я думаю, что это будут вкусные наши новинки, суперфуды, серия Ауриль и Нутрикод. Так что до скорых встреч, друзья, и смотрите эту презентацию в телеграм-канале. Да, всем пока-пока.